Урочище Тамбалы – одно из самых загадочных и интересных исторических памятников. Находится оно в 170 километрах на северо-запад от Алматы. Тамбалы можно назвать магнитом для археологов и историков. Сюда съезжаются ученые и туристы не только из Казахстана, но и со всего мира. Притягивают их наскальные рисунки, которые были сделаны в 14 веке до нашей эры. Ана! Do you want to stay here for a night? And we want to look. On the look, yes. The tickets cost 500 tickets. Yeah. Okay. Гости заповедника могут отдохнуть в настоящей казахской юрте, которая даже в жаркую погоду сохраняет прохладу. Наскальные надписи по типу рисунка делятся на несколько групп и находятся на вон тех холмах. Сотрудники музея предупреждают, что здесь есть ядовитые насекомые, поэтому приходить нужно только в закрытой обуви и одежде. А за этой аркой время останавливается, и мы заходим на территорию, где многое сохранилось нетронутым с эпохи 14 века до нашей эры. У нас экскурсия на холмах, на скалах, наскальные рисунки 13-14 веков до нашей эры. Получается 3000-4000 лет тому назад. Тут на этих эти горы, где была битва Амуракайская. Экскурсии проходят на трех языках, а местный археолог может рассказать значение каждого рисунка. Приезжать сюда лучше весной или осенью, когда нет жары и холода. И отдельное предупреждение для аллергиков. Здесь растет очень много полыни. Все эти рисунки, то, что нарисовано, мы можем встретить вот. На первой группе у нас 111 рисунков. Все эти рисунки мы можем встретить вот именно в этой второй группе. Тут насчитывается 1432 рисунка. Можете вам выше посмотреть, там есть рисунок такой, где архат, горный архат, и там ножка, пятка, выше вон там, это вот то, что обычно на глаза, все туристы. И тут получается фотография расположена у нас, время определенное, это 10 утра, 8-10 утра, промежуток этого времени, и вечернее время. 6 вечера до 8 вечера. Это когда их видно хорошо? Да, видно хорошо. Ритуальные танцы. Вот видите, 4 человека, которые совершают 4 ряженых, то есть они совершают уже свой ритуальный танец. Это эмблема нашего музея. То есть, вот как вы видите, у меня на кепке есть эта эмблема. Это третья группа, мы сейчас подойдем к ней ближе. В третьей группе у нас насчитывается 444 рисунка. Тут уже, как вы видите, есть и люди, и животные. В одном веку это до определенного времени был просто быком. После к нему пририсовали ножки человека. После этого салтатада адам. То есть человек на коне салтатада. Дальше есть. Извините, я прослушал, это в каком веке это все было? 13-14 века до нашей эры. Наверху именно макушка этой скалы, там цветут. В некоторых могильниках, тут есть такие могильники, маленькие, где были
найдены посуды. Вот где люди были захоронены, получается. В некоторых источниках говорится, что тут были захоронены, ну, семьями. Mm-hmm. То есть тут может быть какая-то семья. В некоторых из них вот там были найдены посуды. Дальше есть одно. Там уже есть одна могила, где были захоронены два человека. Там есть уже рисунок того, что тут были захоронены два человека. Видите, там трогать перерисован нос, то есть там, если вот смотрите, то вот так два человека лежат, как трогать матери.